Приветствую всех подписчиков гостиного канала, с вами Лена Смирнова, я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по расширению, где я абсолютно без вложений, на полном пассиве, зарабатываю денежку, друзья. Как видим, у меня на балансе уже рубль 42, я вчера буквально ставила на вывод, я записала видео по выводу, кому интересно, можете просмотреть. Расширение платит. Все замечательно. Это видео уже не по выводу средств. Я хочу показать вам, кто не знает, как ставить свою рекламку. Вот у меня пользователь. Я зарабатываю. Здесь вкладочка «Рекламодатель». Я хочу запустить тизерную рекламу. Здесь очень дешевая реклама, друзья. 1000 просмотров, 10 рублей. Прежде чем нам запускать рекламку, нужно пополнить рекламный баланс. Это не обязательно. Это, друзья, только для тех, кто хочет прорекламить тот или иной проект. Значит, здесь дают при регистрации, при первом пополнении, плюс 50%. У меня баланс по нулям. Что мы делаем? Ставим плюсик, кликаем. И нас перебрасывает пополнить счет. Здесь множество пополнений. Я выбираю Pair, кликаю. И что? На первое пополнение 50%. И от 1000 рублей далее уже пойдет плюс 10%, ну и так далее. Значит, я пополнюсь на 50 рублей. Итого я, мне дадут плюс 50%, 75 рублей у меня будет, вы получите. Кликаю. Так, средства будут зачислены, тут прочитаете, кликаю «Пополнить». Ну, как всегда, перебрасывает на Pair. Подтверждаю. Ну, вот опять мне. Далее. Так, где у меня? Сейчас зайду. Копирую код. Не то, не то. То. Так. Подтвердить. Окей. И у меня на рекламном балансе стало 75 рублей. Далее что мы делаем? Добавить объявление. Кликаем вот сюда на синюю вкладочку. И я выбираю. Здесь можно выбирать тизерная реклама, баннерная, переходы на сайт, просмотр видео. Я буду выбирать тизерную рекламу. Я в таких проектах, в таких расширениях в основном или тизерная, или баннерная. Но мне более нравятся тизеры. Здесь. И смотрите, я кликнула тизер, у меня загорелся синий значок. 10 рублей за 1000 показов. Охват 100%. Далее идем. Здесь мы пишем заголовок, ссылка на сайт, текст. Обратите внимание, здесь 40 символов, здесь 80 символов. Перейти на сайт. Естественно, переход на сайт. И здесь загрузить нужно изображение. 240 на 200 пикселей. Ну, давайте я здесь уже все подготовила. Так. Буду я свой эффект бабочки прорекламлю. Вставляю заголовок. Вот у меня 24 символа. Далее. Описание. Так, здесь вставляю.
Опять пробел. Так, тоже мне всего хватает. Закроем пока. Далее реферальная ссылочка. Вставляю. Так, здесь загружаю изображение. Так, загрузки. Где мои загрузки? Вот они. И вот мое изображение встало. Предпросмотр объявления. Кликаем. Как будет выглядеть объявление? Видим, да? Эффект бабочки. Проект по финансовой взаимопомощи. Вход от 50 рублей. Так. Вот. Перейти на сайт, перейти на сайт. Вот так вот оно будет выглядеть. Перейти, переходим. Нужно всегда проверять. И, пожалуйста, вот моя рекламка. Все меня вполне устраивает. Все супер. Так, тут ничего больше не надо. Так, кликаю далее. Значит, не показывать объявление после клика. Если я не буду ставить сюда... А, так, сюда галочку, да. Зачем 10 раз, как бы... Обратите внимание, плюс 20 копеек уже. Так, интервал между показами для контекстного пользования. 2 минуты. Интервал между... Ага. Пусть будет 5 минут. Уже 10 рублей 30 копеек. Это все как бы... Можете не ставить. Так, показано без ограничений. Здесь что у нас... Так. Нет, вот не так. Вот так, 200 показов. Ну так, пускай будет. Но я даже не знаю, что здесь поставить. Ну пусть так. Кликаем далее. 10 рублей 40 копеек у меня. Далее, что здесь? Все страны меня устраивают. Пол любой. Можете выбрать мужской, женский. Возраст. Обратите внимание, здесь еще показывать тем, кто не указал возраст профиля. И вот смотрите, если галочку уберу, сразу бас, охват 46.6%. Ставлю галочку 100%. Ну, пусть будет, я не знаю. Вот так, 100%. Так, далее. Базовый 10. Так. Так, укажите максимальную базовую стоимость за 1000 показов, которую готовы заплатить. Ну, пусть будет 10 рублей. Так. Автоматически, так, суточный баланс, бюджет ставлю 10. Что у меня 10.40, да, здесь 10.40. Автоматически пополнять я пока не буду. Я буду все это контролировать вручную. Далее кликаю запустить. Объявление с... сохранено. Теперь вы можете пополнить баланс объявления, после чего оно будет запущено. Пополнить баланс можно позднее на странице со списком объявлений. Так, сумма пополнения у меня на счету 75 рублей. Я пополняю на 10.4. Пополнить.
Баланс объявления пополнен. К списку объявлений. И, пожалуйста, вот моя рекламка. Запущена. Так, автопополнение можно включить, можно выключить. У меня выключено. Все, у меня идет как бы здесь проценты, здесь показы, переходы. Это все можно будет отслеживать. Вот, ну вот как-то так я вот запустила рекламку. Плюс у меня на балансе осталось еще 64 рубля. Я еще могу рекламу запустить. Вот. И вот мой, пожалуйста, эффект бабочки. Перейти на сайт. Ну, вот это как бы... Видим, да? Вот, перейти на сайт, получить здесь вот, в общем, рекламы здесь полно, друзья. Вот моя рекламка, видите, сразу показывается. Ну, вот как-то так. Надеюсь, моя информация была вам полезна. Теперь я переключаюсь на пользователя. У меня на балансе рубль 45. У меня уже 4 уровень. Вот, все замечательно. Меня все устраивает. Мне очень нравится это расширение. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.